Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 левела не за 3500, а за пару сотен рублей? Легко. На тесте дроп уже завезли горы компендиумов и паки левелов. Выигрывай новую личность на Пуджа, антимага, а также арканы на ВК, Квапу и ВР. Открывай сундук, выбивай приз и сразу выводи его полную стоимость себе на Steam. Переходи по ссылке в описании прямо сейчас, пополняй баланс промокодом на экране и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тесте дроп, шансов больше, чем у Габена. За дело берется мясник. Особо хуже пролили. Сюда, быстро. Вот идите вы нахуй со своими паузами, слушайте. Вот кто сейчас паузу поставил? Dark Willow. Хорошая пауза. Ему 100% типа уже в этот момент начали орать: ТП-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 ТП делай. Ясень-красень, как бы моя нычка не сработала из-за этого. Ненавижу гребаные паузы. Так, окей, будем по-другому тогда сейчас ситуацию выруливать. Глаз он мой не снес? Ага, сносит уже. Накрывай стол. Ужин на подходе. В дорогу. Перед смертью. Не хватило урона. Да что-то не сломал. Лично. Но это минус рейндж. Я не дам сейчас ему рейнджа добить. По крайней мере, постараюсь. Сейчас, хорошо. Сейчас. Дышите глубже, ребята. Хорошая. Ну, зараза. Я не пойму, он шрапнель Макси, сейчас в леса типа пойдет. Это у него такая тактика галактика. Сейчас сделаем. Ну да, убиваем. А, блядь. Кру-кру-кру-кру, забей, забей, забей. Что продумала? Нужны штаны. Тейкер, отойди, пожалуйста. Выкатываюсь. Шел с дороги. В пути. На месте. Короче, я попробую чесмака его словить. Еще одно колечко на ринге привезу. Только этот парень, походу, шапнель максит. И как бы мне будет опасно сейчас с ним воевать под шапнелью. Нужно его подвышку будет как-то выхукать. Еще надо посмотреть, куда он глаз поставил. Да, он его куда-то точно поставил. То бишь надо как-то шкериться прям, ну, очень сильно. Ну, отчасти он глупый так-то, он просто линию пушит. И дает мне подвышкой фармить. Зачем? Сейчас сделаем. Джек, как у тебя дела, если сможешь прийти, пожалуйста, максимально быстро. Вот прям сейчас разбегусь и побегу. Расчехляю ножи. На 4-м левеле. Обязательно. Блин, он леса подфармливает. Чувствую. Там ДДХ что ли была? По-моему, там была ДДХ. У меня лайн вообще не стоячий. Тип того. Или инвиз. Но у меня есть туда. ТП на крайний случай. Если он там нападет неожиданно. Вот это я понимаю, свежий воздух. Он походу гангать пошел, что ли, или стаки фармить, что ли, шнаптель. Что он делает? Где он вообще? Да, ДДХ была. И он стаки фармил. Шестой взял. Так, ботинок есть? У меня нет ботинка, опасно. Ну да.
Хустачок там уже сочный так-то. Я сейчас не мучу двойные стаки, потому что снайпер может их пропалить, как бы зафармить. Мне оно не надо. Делаю стаки в глубине своего леса. Стой. В дорогу. Проебал. Рейки, я могу тебе что-то принести, что тебе надо. Такая булка на снайпере, ух. Лео, не подставляйся, пожалуйста. Эй, ты! В дорогу! Все, один раз осталось там стакнуть. И потом остается молиться на лесные шмотки, чтоб Габен подарил. Какую-нибудь брошку, не знаю, там опять рун наверху. Тебе уже чейнмейл. Ну да. Опа. Ну прошу, чтобы снайпер не досталось. А я успею. Отлично. Какой там сочный стак уже вышел, охуеть. Лучше есть желание прийти к нам, пожалуйста. Два легких фрага. Он очень хитрый тип. Очень прям хорош. Так, чё это пизжа? Лучше прям знаешь, что делает. Хороший. Блять, у меня 25-го его. Не надо его сейчас чередовать. Нет, я серьезно говорю, это не тильтало. Свежую шмакодявка. Ну чё? Только что зафармил там штуки 4-5 стаков. Вашу цену. Способ, который я видел впервые. Будет сделано. Вас, блин, копит. Хуйня. Милый запах, чё? То, что мне... Резать, рубить! Изи, мани, изи лайф. Мне, пожалуйста, аркан ринг, у меня маны не бесконечно. Все, сейчас живем. Сейчас. А, блядь, тебе не прокат. Куда братик, сразу после выхода. Нормально, нормально. Так, аж. Невидимость. Very наглый ТП. Может, не подумали, что я его отменил? Иду. Ну, убивать его. Вашу центральную башню. Как вы смогли меня увидеть? Понял? Вперед! Блин, походу чагос придется брать, я не смогу макаку без гаста вывозить. Ну там просто не было вариантов, ты либо убиваешь Дазла, либо пытаешься убивать макаку, и Дазл вешает крест на макаку, и все. И хуй он наглый. Пуш, ты не хочешь помочь? Станчик хук. А теперь мне кто-то помог, потому что снайпер меня сейчас зарядит. Сам. Какие же у тебя были, нет? А, не был. Так, окей. Почти, блин, готов. Но я после блинка тогда заряжу себе вот это дело. Здорово, Димон. Говнюк. Я вышку спушу. А глифа нет. Чё по левелам? Фуф! Успеешь, что ли? Оформи, пожалуйста, тавр, а ты уже проебался.
Думаешь, я проебался? Я почему-то один вообще остался. Что это было? Каждую игру, блядь, почему-то еще в определенный момент мой саппорт думает, что, блядь, меня выебали. Я могу? Я понимаю, я играл за кору, принято, понимаешь? Ну, он поплатился за вышку, как бы, сейчас. Не знаю, почему они оставляют кору. Это про меня. За наглость, так скажем. Тоже сам не понимаю, почему такие действия. Ой, это я, что ли? Не, я себе армор оставлю. Мне сейчас по армору типа тяжко. Кропарли, блин, как зараза. А где Дазл? В дорогу. Туда так туда. Не вижу Дазла. Вижу. А вон Дазл где? Пуш кирился. Пнёшь или что? Что? Почему ты не пукаешь живот? Зачем ты идёшь? Что приоритет, блядь? Что по не так? Ты мог убить его одним куком и все, просто продолжить дальше убивать Срики. Не могу я убивать макаку, потому что Дазл рядом стоит и ждет момента, когда повесить крест на своего кора. Он поэтому, собственно, крест и не дает все это время. У меня правильные приоритеты. Вашу верхнюю башню атакуют. Я рано, потому что времени было свободное, поэтому запустил. Вашу верхнюю башню атакуют. Блин, еще и пайпуху собирать надо. Блин, опять же, тут Дазл, зараза, я не хочу... Чего? Тотеха? А может мне, типа, не бояться от макаки? Там макака через тотех играет, лол. Хорош. И справа, и слева. У нас путь странно, ребята. Он мог забрать МК, но он забирает запада. У Дазла есть грейв. И он всегда его ждет, когда повесят на макаку. Поэтому сейчас, у меня приоритет Дазл всегда. Тебя его даст, ты его не убьешь никак. Ты тратишь время. Он сейчас впервые на себя дал его. 10 секунд поживешь, я прыгну и сожру его. Просто уйдет на втором. Вот раз ты прыгнул в Дазу, понимаешь, братик? Ты прыгнул в Дазу, ты его сожрал. И там был ХП, просто ты его хукнул, Дазу никак не может подойти, у него рейндж. У него рейндж есть у Грейва. Он сейчас впервые на себя грейв нажал. Ты не понимаешь. Смотри, прошлую драку ты вот тут стоял. Ты жрал Дазла. Вот тут стоял МК. Он у ХП был, я его заморозил своей смертью. Я убил и первый нажал, он заморозился. Ты мог его просто хукнуть. Потом дальше продолжить жрать Дазла. Нихуя. Я бы умер после этого. Там Рики тебе даже место освободил. Он отошел в бок специально, чтобы ты хукнул. Я не буду с ним спорить, это бесполезно. А чьи это некры? Снайпер через некры, что ли, играет? Не понял. Сука, че, серьезно, что ли? Погоди. Я снайпера через некры не видел уже хер знает сколько времени. Я хочу снайпер найти. Ага, здесь, где-то здесь, 100%. Чую его. Походи, он, похоже, меня тоже чует. А, снайпер внизу все-таки был, понял. Но я забрал единственную возможную цель. Вашу нижнюю башню атакуют. Шейкеры бы сюда с блинком, блядь. Не стоят так идеально. Можно какой-нибудь ТП, пожалуйста, пару? Или свои сооружения. Просто так вышку несу. Да, там четверо, я так не ворвусь. Я бегу. Шейкер нужен блинк, ему срочно. Они расходятся. Поздно, ребят. Надо было раньше делать ТП. Ну, блин. Игр на подже больше 3000 у меня. Блин, нужно гост собрать, я задолбался. Денег нет. Хорошая идея.
Всегда выкатываюсь. Про ТП забыл. Ага. Вообще на некра могу напасть так-то. Он, типа, он нихера не выформил. Я его должен соло забирать, а он наглеет. Сейчас где-то в лесу нашим бегает. Опа. Там кто-то был? Да, это реально, типа, парень через некро играет. Погоди, так мне и снайпер боец? Я не могу помочь себе. Не надо, или я что-то не вдупляю. Это ж очень старая мета, через некро играть. Она уже не работает. В дорогу. Пуч, пожрешь кого-нибудь? Так, здесь палево, крипы палят. Он сейчас на ТП ушел, да, сразу, хороший выбор. Типа это единственный вариант был у него сейчас там. Вот это я понимаю, свежий воздух. Так, ну окей, я тогда в пайп пойду. На всякий случай, чтобы от некра не охереть. А то ты знаете, как бы одна коса влетит и все. Пидж в помойке. Стоп, а кого бояться-то мне в этой игре тогда? Макаку не надо бояться. Туда, так туда. Снайпера не надо бояться, некра не надо бояться. А кого бояться? Я специально честный. Перед смертью мне надышишься. Это колечко, кстати, я бы забрал. Сандан Яшка, братик, на сварке. Чё? Сандан Яша, первым итмом у тебя. А чё хочешь? Просто. Ну, потому что... Фуза, просто. Фуза против МК, и всё, он не будет ничего делать. Стаки какие-то. О, вамбрейс. Блин, я бы вамбрейс тоже забрал. Ядрый парень, ты, конечно, щедрый. Ладно, я вамбрейс тогда заберу. А вот давай на МК. У них МК какой-то прыгнешь? Странный. Прыгай, 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 братик. А он с таким билдом не выиграет, у него билд на проигрыш. А МК не кэрри, понимаешь, братик, МК не кэрри, он не может выиграть, он только медовый. В этом мете он не выиграет. Так ты на посмотри, что он собирает, так он бил СПТХ и медас. Медас собирает, я знаю, он надеется на лейт, я не знаю, чем это связано. Кирилл, привет, я люблю играть на эсэфе, или если знаешь, подскажи, как стоять на эсэф против петуха, или вера, не сразу душат, особенно петух, ну блин, никак. Петух на то и петух, как бы, купил ему два нулика и бегаешь хуяришь. Я могу к вам прийти. Сейчас опять на макаку прыгну. Тут варты еще. Проверяй, сейчас макака в помойку отлетит. Блин, как отдать? Хочешь еще раз? Я доволен. Сука, необычайный! И палку забыл дать. Не, походу эта катка сейчас будет, где я буджа в 10к соберу. Ну. Реально. У меня 11 киллов из 12 в команде. Я тупо мушина нахуй в этой игре. Жестко. Блин, такому косу сейчас бы не дал меня. А он бежит косу давать, походу. Ой, красавчик. Все нормально, сейчас некро помрет. Кто там? У меня хп нет. Черт. Супер. Снайпер. Сливается, вообще дамага не почувствовал.
Надо пайп затарить. Еще бы шмотку купил. Погоди, до меня бомбрейс не долетел. И пожалуйста. Стоп. А. Черт. Сука. Я понял, ладно. Такой думаю, где мой вамбрейс? А его тупо нет. Сейчас, сейчас. Понимаю. Устрой легким праздник. Будет. Там Радик Уимка. Радик Уимка? Сейчас сделаем. Я что-то не понимаю в этой жизни. Это какие-то новые билды из про-сцены пришли, или чё это? Радик, бля, пизда мне. Я бегу к вам, нет? Да и как он успел купить? Не, наверное, он не Крофт, а что-то наподобие Радика. Что это бред. Да. Не хватает. Именно в центре. Пуговичка оторвалась. Давай, дело! Здорово, Савелий. Нижняя башня противника разрушена. Милый запах, чё? Огоним. Пути. Проблема. Без БКБ их держать нормально не смогу. Будет ПКД ульту сбивать. Да чё, мне теперь сразу БКБ-ку урашить, или чего? Или можно на снайпера врывать? Блин. Ну ладно, БКБ туда сразу. Придется выкидывать Windlays. Туда так туда. Не, у них некр загулял, надо некрана загасить. Ну, да. Ого. Прыгнешь, прыгнешь. Йоп! Некр, булка. А снайпер теперь проблема. Не, снайпер не апал третий некра, а снайпер купил себе аганим после некров. Я так понимаю, он некров для фарма купил. Я знаю такую мету через некры, но как бы она же не работает сейчас. Ты пошел за ним. Тип того. Могу на дазл сейчас прыгнуть. Я бегу к вам. Да я соло был. Даже ульта не понадобился. Урон уже слишком много у меня. Хотя знаете, патрону еще нужно время, чтобы долететь, и мне вполне хватает урона. И его можно подловить на том, что он патрон шмальнет, потому что он как только цель видит, он сразу патрон шмаляет. Здорово, Влад. А можем смачок юзнуть? Перед смертью не надышишься. Я подрос. Иду. Где открепу? Не-не-не-не, вон дазл идет, надо снова его накуканить. Мукака. Сняли. Бегу туда. Мука. Дузл. Вот это я понимаю, свежий дух. Ой-ой. Лошара. План перехват. Вашу верхнюю башню. Если некр на ТП не ушел, он сейчас огребает. Он не ушел на ТП. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Атя, на ТП собрался уйти. От кого? Блин, какой колорит с прошлым стримом?
Собственно, это оправдывает теорию про скрытый пол. То, что меня кидануло, ну, на прошлом стриме в скриптопол, и у меня попадались токсики. Я бегу туда. А сейчас Габен такой говорит, ты вчера настрадался, на тебе, вот теперь дебилов против тебя, собственно. Играй, отдыхай. Ты вчера наорался. Она умрет. У меня слишком много урона. Уже через ради хуёво. Ну, это как рофлобилд можно. Разве что. Блять, Рики, ну это пиздец по крысину. А ты чего ожидаешь от Рики? Анима. Пойду обратно Некровса на Куканю. Что готово, сейчас что? Сейчас Некр будет здесь пачку фармить, а тут и я такой рядом. Некр, я ж тебя чувствую. От тебя воняет, понимаешь? Ты сам справляешься. Мощь, дай подправлю тебе фигуру. Верхняя башня противника разрушена. Ну да. О, виноватых ищет на снайпере, сам не крыс собрал. Много ПТС поднял на Пудже? До 4К поднимал на онли Пудже с нуля. А дальше уже как бы не идет. Типа паджик хуёвый. Не может заходить на хайграунд без команды. Ульдау, если что, можешь нападать. А варды они там. Варды поставили. Силы света укрепили свои сооружения. Я ради чего. Слушай, не видишь, что ли, что? Пуш. Не, ну вообще. Хули он тут стоит. Ну кто-то разрешал. Не, ну тут я умер уже, да. С диффузами. Я бегу к вам. Я думаю, что меня вкопало. Есть там. Заберите это звон. Так. БКБ или Тараск? Но здесь прям тотальный как бы разъеб идет. Ты можно и в Тараску пойти. Просто они меня наняли раньше. Пойдет парни. Света был убит. Сколько за меня заплатили? 800. Хотя не-не-не-не-не-не-не. Вот этот снайпер с его стрельбой, он будет меня постоянно, собственно, гасить. Надо все-таки БКБ-ху купить, мне стало, наверное, худо или что-нибудь такое, потому что, ну, серьезно, каждый раз, когда я буду врываться и жрать, меня будет пролетать что-нибудь, не дадут они мне. Косаря не хватает. Здорово, Димас. Привет, Витя Хищник. Так, если я продам, мне все равно не хватит. А если продам, так, ты 900, ты у нас 1000 стоишь, все равно не хватит. А не, хватит, хватит. Вашу верхнюю башню. Ай, нормально, прыгался. Нормально. Нет, если снайпер убивать первым, его дазл засейвит. Первым нужно убивать дазла, а потом уже пытаться остальных. Вашу верхнюю башню атакуют. Сереж. МК у меня Рики. Курьер Сити. Все понял.
тут батя. Только на лампу все равно перехватил, зараза. Вообще как так-то может хуёво закончиться, потому что у них все-то два стоят. Я имею 21 фраг из 29. Это все может очень хуево закончиться, они чем могут трансформиться, даже такими хуевыми лдами. И выиграть игру. Можем напасть. Блять. Вот о чем я говорил. Моя ошибка, я не дотянул с ультом. А, он не дотянул с ультом? Че, серьезно? А че я так умер, кстати? От чего конкретно? От макаки или от рас... А, ага. И опять на 80 секунд в тюряге сидеть. Стоп, погоди, первым мне помешал, получается, снайпер. Потом был Грейв. Но теперь по КД нужно БКБ-ху нажимать. Я типа сейчас зажопил БКБ-ху и за это поплатился. Все как бы. Просто первый БКБ-ха там 10 секунд не хотел тратить на Макакина. Потому что я убивал его спокойно. Тем более там ультапарейшн летел. Надо было смотреть, ты был по таврам, тебе сразу надо было по таврам делать, когда ты вышел из зоны тавра, сразу то Вижена не было. А, кстати, я от дазла умер. Надо идти и пушить сейчас, иначе они переформят. Согласен. Только на мне очень пушит. Ебать, заявление. Давай, пожалуйста. Здорово, Анатолий. Да, не можем идти драться. Бегу. Сюда надо драться. В дорогу. Удар один. Раны. Только мы без вордов, парни, вы понимаете? Это тут везде ворды. О чем я и говорю. Не вижу. Блять, далеко пошел. Все еще не вижу. Все еще. Соло. Ты два ломаем. На байбекере зайдем. Да, залушел. Здорово, татарин. В каких ситуациях лучше покупать Хекс, да, против тебя какой-нибудь Шторм играет? Можно прям сразу фаст Хекс. Фаст Хекс покупать. Тоже вард, братик, на шекер. Туда так туда. Походу. Резать, рубить! Разворочи. А зачем они дерутся? Почему я один пушу? Можно его дальше подобрать. Понимаю. Они вон дерутся-то. Ой, тика. А где твой дазл? Лошара. Да ну он силу почуял, решил на Паджа напасть. Только он забыл, что рядом нет снайпера и нет, рядом нет дазла, который ему жопу спасут. Ха! Не хотите Паджику, алло, ребят? Все, парни, Паджику, не надо это. Потом все еще умрут. Вон, Т2 бьют. Вообще на их месте я бы дабы ковырял. Вот это спушим. Силы света укрепили свои сооружения. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Это что, додж машина сейчас была? Нихуя, нихуя. Туда так туда. Сможешь прыгнуть? Не хватает ренжи. Я сейчас первым буду дазл убивать. Блин, потому что мы потянулись, а у не
их даст добил, что ли? Почему крест не дал? Потому что он тупой. Об этом я тебе хотел сказать. Принести как бы. Чё-то я знатно сгнил. Буф. Дышите глубже, ребята. А чего я так сгнил? Свар, уходили. Давайте я нарошу. Да-да. Здорово, Алексей. Ускорение. Лепота. Ты ничего не почувствовал. Чем Роши нет? В районе 70 тысяч про геймера я на все потратил. На полностью на все оборудование, с монитором, с мышкой, с микрофоном и так далее. Полностью весь конфиг, который у меня есть, стоит 70 тысяч. Но это было типа еще в 18 году. То бишь сейчас это дешевле стоит. Хотя, карта только дешевле стоит, а все остальное может дороже, не знаю. А теперь можно после этого таура на рожь сходить. И тебе можно было сразу? Ну, вообще похуй на всё, что ты видишь. Ну, я просто кулдаун на всякий выкатал. Не покупаешь шмашку? Хорошую. Кстати, что ульта готова? Могу кинуть, если сожрёшь кого-то. Иду. А, не, иди-ка в задницу. Это летит. Мое БКБ дольше, чем твое БКБ. Так что не иди за мной, твар. Они пятером бы меня загасили, там опасно воевать. Рошан убит силой тьмы смерти. Доллар вырос же. Ну, знаешь, поколения тоже поменялись, они стоят дешевле на бэушке. Он доебался. Ебать. Навалились. Не, ну как бы сейчас меня опять все село встретило. Вот сейчас как раз таки он крест повесил. 120 секунд. Ну блин, вы сейчас без ульты же справитесь? Типа они же все в меня сейчас слили. Ну господа. Ну как так-то? Все же дерьмище в меня прилетело. Варп, тебе лучше отойти. Какой бред. Я вот не вижу Дазла просто, я первым делом хочу на Дазла ворваться. Он то как дебил, сука, играет, то нормально кресты вешает, я уже запутался. Вот не факт агрессии, что надо идти и пить. Я пойду, короче, чарелик выбивать. Только ждать надо. Дай мне релик. Хорошо, вот это хорошо. Вот это прям подгончик сейчас. Можно мне это? Ладно. Профессионал, у меня нет цели поднимать рейтинг. Я играю ради самого процесса, а не ради поднятия рейтинга. Типа, я поднялся на 5к, мне этого хватило. Причем я поднялся еще в то время, когда 6к это был максимальный рейтинг. И мне больше как бы это нахуй не надо. Это просто нервотрепка лишняя. Я просто как бы играю на паджике, наслаждаюсь процессом. Постепенно улучшая свой геймплей за паджа, придумаю новые я всякие стратки. Снайпер нихуя не делает, мне не нужно играть на высоком рейтинге. У меня нет цели поднимать рейтинг. Если бы у меня была цель поднимать рейтинг, я бы не играл на PUBG, как минимум. Блять, вы заебали.
Нижняя башня противника разрушена. Выкатываюсь. Силы света укрепили свои сооружения. В дорогу. Немецкое порно. В то время 6К это был максимальный рейтинг, когда у меня было 5К. Люди больше не поднимали тогда. Казармы противника разрушены. Нижние казармы противника разрушены. Отличная заточка. О, Джон Вик пришел. Джон Вик, я ж тебя банил. Точнее, я сегодня зашел, короче, разбанил всех. Чтобы он перескок взял. А то полезная штука для... Так у меня линза есть уже, мне она не надо особо. Спасибо огромное за трек, Ашинго. Пишет, да иди в паблик, нахуй ты игры руинишь людям. При этом я бегаю на паджике 25-5. Серьезно, руинер просто невозможный. Жестко руиню, прям не могу. Центральные казармы противника разрушены. Центральные казармы противника разрушены. Вашу верхнюю башню атакуют. Был снайпер и кончился. Почти забрал. Так, ну окей. Пятером у них получилось меня загасить. Так я и не играю на 5К немецкое порно. Это совсем другой геймплей. Когда ты играешь на разных рейтингах, тебе нужно по-другому, собственно, играть и с командой обращаться.